Привет гостям и подписчикам нашего канала. Сегодня с утра так торопились, что не успели снять видео вступительное. Вот. По планам у нас сегодня Калужская область. Хотим посетить музей мусора, парк птиц и этномир. Хотим все это успеть за один день. Смотрите, не переключайтесь. Я думаю, будет очень интересно. Первая наша остановка в Калужской области, музей, но не просто музей, а музей мусора. Этот необычный музей был создан художниками и дизайнерами московской арт-группы «Бюро». За время своей работы в качестве дизайнеров у них накопилось множество ненужных предметов, которые жалко было выбросить. Тогда и родилась идея создания музея мусора. Сейчас авторами арт-объектов этого музея являются не только профессиональные дизайнеры, но и народные умельцы России и других стран. Также в музее мусора проводятся экскурсии для школьников, мастер-классы, игры, квесты. Входной билет стоит недорого, здесь будет интересно и детям, и взрослым. Вот даже есть квест «Бардак в квартире». 1000 рублей один час. Мы этот квест можем проходить у себя дома. Бесплатно. Что, пойдем обманывать свой вестибулярный аппарат. Все-таки тяжело тут идти. Все экспонаты из этого музея сделаны из обычного бытового мусора. Узнаете сзади меня Бамблби. Чтобы пройти аттракцион
зеркальный лабиринт, нужно взять обязательно перчатки. Вот, перчатки взяли и идем в лабиринт. Лучше держать впереди руки. Надо постоянно ощупывать дорогу, да, тут? Надо было крестики рисовать. Теперь нам не выбраться отсюда, что делать? Ну что, выход не найдем? О, нашли выход. Вот возле этой мусорной кучи и произойдет восстание машин. Выбрали самую лучшую погоду для посещения музея мусора. Thank you.